И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Карлик в свитере. И мы проходим Крэша Бандикута 2. Вот тут кристалл заработали, очередного бульбагу. Так что все путем, это я гарантирую. Ну, по крайней мере, стараюсь гарантировать. Блин, откуда электроугри в канализации? Видать, их мажоры не переварили. О, сука! О, вот это хорошо. Это кошерно. Опа! Кристалл раз, вот алмаз два, еще один алмаз три. О, что, еще один? Заколебали уже. Крэш, бог ты мой. Слушай, я взломала компьютер доктора Кортекса. И знаешь, он строит Кортекс Вортекс. И кристаллы ему нужны вовсе не для того, чтобы спасти Землю. Они нужны... Передача оборвалась. Ну и ладно. Черт, а его сестричка-то хороша. Так, override. Фух. Exit. Так, bear down. Медвежий рассвет. Да. Я где бульбага? Или у меня его не было? Не помню. Так, ладно, сейвимся. Опа! Как говорится, сам медведь. О! Лай собачий, взгляд кошачий. Опа-на. Сейвимся. Откуда тут касатки, а? Как-то не кошерно. Ой, сейвимся. И снова сейвимся. Опа! Давай, давай! Блять, пропустил. Ай, задел башкой. Опа! Фу, прокатило! Даже без супчика, да с потрошками. Так, сейвимся. Оп! Бля. Ой. Не получилось. Опа-на. Опа. Ой. Да, надо было бежать. Ой. Да ё-моё. Интересно, что это вообще за статуи такие? Опа. Так, ой, соебанёмся. Так. Та-дам. Так. А теперь смотрите, по льдинкам и назад. Так, соеванемся для верности. Оп. Ой. Ой. Оп. Как вы видите, все прошло успешно. Ну, по крайней мере, я хочу в это верить. Ух ты! Получилось, ё-моё! Fuck yeah! Fuck you! Как говорится, во тьме ночи при свете дня,
I'm the best and I know it, бля. Да, вот так вот. Так, Snow Go мы здесь уже были. А, да, точно, Air Crash. Ой, это мне стрёмно здесь. Ладно, засейвимся. Бля, вы издеваетесь. Ну блин, а? Да, надо поменьше материться. Хотя, как сказал Мавр из сериала Next, не говори слово блин, это суррогат. Ну и похер. Йоу! Куда теперь? А, не, все нормально. Так, сливанемся. Только почему у меня столько ящиков, а? Что-то я не помню, чтобы столько разбил. Хотя... Я не знаю. Опа. А, как я здесь дополнительный-то алмаз достал? Забыл уже. Думаю, все я все время что-то забываю. Такой уж я весь из себя. Опа! Фух, замечательно. Ой-ой-ой-ой-ой. Все в порядке, все в порядке. А, вспомнил, я же смертельную дорожку прошел. Точно, там где ящиков не было. Никаких, кроме нитро. А, так вот почему у меня столько ящиков-то. Ой, сука. Бульбага, нет. Точно, теперь я понял, почему у меня столько ящиков. Это у меня нитро взорвалось. Боин. Так, прыжочек, прыжочек. Оп-оп-оп-оп-оп. Все в порядке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, блин. Ладно. Так. Ой, стоп. Сейвимся. Опа. Вам по фруктике. Сука. Не получилось. Опа. Ням-ням-ням. А теперь можно спокойно покататься на клёвой досочке с реактивным моторчиком. Опа! Ой, подорвался. Теперь еще раз соебанемся для верности. 102. Fuck yeah. Ой, шея, моя шея. Затекла. Так, ладно. Теперь снова вверх. Здесь нам уже делать нечего. Решительнейшим образом. Опа. О, дорога в руины. Вот этот уровень я тоже люблю. Он очень своеобразный, но такой красивый. Он наподобие Sunset Vista и The Lost City из первого Crash Bandicoot. Только в ночное время и гораздо круче. Бля. Как-то не фарт. Ладно. Сейчас я сейванусь. И на этом, в общем-то, завершаю свой очередной эпизод. С вами был Карлик в свитере. Не переключайтесь.